Добрейшего всем денечка, утрочка. Таня, как говорю, торопится сейчас. Сейчас доем. Чуть-чуть еще осталось. Погоню. Фиксу менять. Да. Фиксу надо поменять. Долго процедура делать. И уж почти 20 лет. А сказали 8 лет хотя бы. И там большое, чтоб стояло. Сказали. Восемь лет. И она отвалится. Она не отвалилась. Ого, какой прочная. Двадцатый год стоит. Уже. Поменяли на белый. Сейчас поеду, узнаю. Линии же дорого стоят, у меня таких денег нету. А не хватает, много не хватает. 90%. Не 10 штук. Вот. А если отбелить зубки и поставить белые, будет красиво. И зубки не испортятся свои. Уж у меня зубки хорошие. Я ходила на консультацию. Ну что там сделали, то да все. Они сказали, знаете, никакие венеры. Ну что, подпиливать надо будет все. До венеров. Зубки испортишь. Даже, а могли бы деньги сорвать лишь бы, да? Давай. Молодцы. Сказали, лучше отбелить просто. Отбелить. И белый заделать. И все. А чтобы отбелить, надо записаться. Я записалась на 27 на консультацию опять. Она посмотрит. Вот. И скажет. Есть у меня там зараза или нет. Если есть зараза, надо обработку делать. А, обработку так и так надо делать. Обрабатывают. Дезинфицируют. Потом, после дезинфицирования, если надо лечить, а мне не надо лечить, у меня нет дыры. Нет. Я говорю, сразу мне запишите и все. На дезинфицирую. Я говорю, я уже там была, мне там уже сказали, что мне два раза туда-сюда записываться. Не доверяют. Надо на что врач смотрел. Ну ладно, говорю. Записали. На воскресенье, что ли, 28-й это у нас будет? Вроде. А пускай отбеливают. Еще дыру замазать надо. Вот эту. Вирка. Харя шире, когда становится. Дырка расширяется. Вот. Тут тоже. А тут тоже. Почему тоже? Здесь нету. А здесь это есть. Здесь у меня челюсть сломана была. Открытый перелом был. Челюсть. И щелка. Появилась, когда срачивали. Я месяц ходила вот так. Не полностью так. На каждом. И рот шевелился. Он был так. Я вот так. Трубочка. Кашка манная. Жидкая-жидкая. Как кефир. Так стонешь сюда трубочку. Так. И так пьешь. Через сюда. Протекает сюда. Месяц. Я худая была. И все худая. Вот так. Вот
будьте аккуратнее с челюстями. Не грызите, что попало. Не дай бог, не то в рот засуните. Ядрёна вот. Ладно, время у меня много. У меня прием уже через 15 минут. Мне еще ехать надо. Еще космо надо расчесать. Приду хнариться. Чешется не могу прям. Побрила под мышками сейчас. Чесотка, блин. Приду.